Всем привет! Хотел обсудить тему с вами по поводу митингов в защиту Телеграма. Вы считаете вообще, какую цель преследует организация митинга, который проходил в Москве, ну и вообще в большинстве городов Российской Федерации? Вот эта акция «Будущее человечеством дуров». Да, я, конечно, понимаю, что Роскомнадзор вообще действует неправомочно, но в нашей стране настолько все это коррумпировано, что даже некоторые структуры просто не понимают, что они таким образом делают, когда блокируют какое-то приложение, при этом, что нарушается система и работоспособность всех ресурсов, которые находятся на территории страны. При этом меня сильно раздражает. Роскомнадзор начал блокировать там несколько IP-адресов, да, и количество IP-адресов очень сильно там прогрессировало, да. Но никакая из федеральных информационных площадок, например, там Первого канала, ни Второй канал, ни еще какие-то новостные сводки, ни региональные новости, они никаким образом не информировали людей о том, что вообще происходит. И многие информационные источники, они сообщали, что, например, да, что в Домодедово или в Шереметьево там проводили регистрацию, ну, в ручном формате, не в электронном. При этом, что администрация потом заявила, что такого не происходило. У меня вопрос: если этого не происходило, то откуда вообще информация берется? То есть люди приходят, их регистрируют, они это фиксируют, они выкладывают в сеть, каким-то образом они там этим же информационным источникам дают повод и все прочее. И вот вопрос-то: а если они это все придумали, ну, вообще как могли придумать несколько там десятков человек, которые столкнулись действительно с этой проблемой, и при этом администрация утверждает, что на самом деле ничего такого не было. Так еще и информационные новости, они просто об этом не говорят, не показывают. Вообще даже обычные вот люди, которые ходят постоянно на работу, ходят там, где-то отдыхают, что-то, они вообще понятия не имеют, что происходит в стране, потому что многое, что по телевизору, не показывают. У нас, потому что вот я могу даже пример привести, что вообще происходит на что происходит и показывают по телевизору. Возьмем просто типичный Первый канал, который изо дня в день все одно и то же. То есть мы включаем с утра. Я, конечно, никогда не включал канал до 5 утра, до 6 утра. Я не знаю, что там вообще, что они вещают. Но это идет сначала новости, причем они цикличны. Нет, чтобы там что-то действительно внести, они просто там либо час цикл идет, либо полтора часа цикл. Вот, после новостей идет и «Доброе утро», перемешку, значит, «Жить здорово-здорово» с Еленой Малышевой, которая рассказывает вообще небылицы всякие, потому что иногда даже абсурдно, что все, жить здорово, хорошо, но при этом лечится в дорогущих клиниках, делает пластические операции, чтобы выглядеть лишь бы только красиво, здорово там, и здорово, да, как позиционирует ее программа. После этого идет «Модный приговор». Прикольная передача, но там, блин, в самом последнее время уже приглашают таких людей, которые, блин, ну, вообще полностью несостоятельны в плане там, где вообще мне вообще очень интересно, где редакторы набирают героев для этого телешоу. При этом вы должны прекрасно понимать, что это все показывается вам в записи. То есть реально, если что-то происходит, там, когда, как ситуация с Кемерово, то там делали реально срочные выпуски, и все это выпускали в прямом эфире для того, чтобы не упустить новость, не упустить зрителей и не потерять рейтинг самого канала. После этой передачи идет, значит, выпуск новостей, потом идет «Время покажет». И причем это идет программа почти до самого вечера, потом снова выпуск новостей, потом опять «Время покажет».
Потом идет «Пусть говорят» на мыльные передачи с гомосексуалом в прямом эфире, там, да, или не в прямом эфире, либо в записи. Потом, значит, идет опять время новостей и какой-нибудь сериал. А вот теперь мне вопрос, что-нибудь вообще полезное на этом первом канале вообще людям показывают? Вообще вот подумайте, стоит ли вообще смотреть этот телеканал людям, которые постоянно проводят время, они только видят, как им промывают мозги новостями. В новостях что показывают? Сирию, Украину, ну или и какие-то актуальные новости. А то, что, блин, там действительно актуальные новости, ну, показать, например, те же самые, да, у нас из года в год, особенно в последнее время, горит лес. Тем более ежегодно идут подтопления в те же самые зоны, которые происходят из года в год. Почему администрация этих районов и регионов не предпринимает какие-то действия именно заблаговременно? Почему об этом нельзя подумать заранее? То есть, например, подумать с осени, что это будет вот именно так. Например, что можно сделать? Можно просто понизить уровень воды. Когда будет происходить таяние снега весной, то за счет пониженного уровня с осени, соответственно, вода из рек не будет выходить. Это просто, ну, как бы физика, обычная простая физика, да, то есть пониженного уровня. Почему этого нельзя сделать, непонятно. И то, что леса горят постоянно. А может быть, их там вообще постоянно спиливают, выпиливают и потом поджигают. Ну, потому что смешно видеть на телеканале, когда новостной вот этой ленте идет, например, тот же самый МЧСник, пожарник или военнослужащий, и идет с пугалкой какой-то, блин, которая типа предотвратит этот пожар. Это вообще смешно. Такой большой стоит лес, идет там пламя, прям, ну, реально показывает, как это все горит. Причем журналисты все это показывают. Так что, ну, пиздец просто какой-то. Смешно на это все смотреть. Там люди, блин, я смотрю репортажи BBC, там, CNN и так далее, американские новостные сводки, и там показывают, как Калифорния горит, и как они там стараются потушить. Вот они там реально стараются тушить. А у нас столько военной техники, столько военных вот этих самолетов амфибий, которые могут набрать воды и потушить, пролететь друг за другом и реально потушить, слить кучу воды. А у нас этого никто ничего не делает. Вот таким вот не очень по-позитивному получилось видео. Но если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Пишите в комментариях, смотрите ли вы телевизор вообще, доверяете ли вы новостным сводкам Российской Федерации, что они показывают, правду, неправду, вообще, какое ваше мнение по этому поводу. Ну, у меня на этом все. Всем пока.